Ураджай садавіны і гародніны ў гэтыя дні збіраюць не толькі сельскагаспадарчыя прадпрыемствы. Дзесяткі тон гэтай прадукцыі сёлета вырашана і на прыватных падворках. Прычым на паліцах рынкаў можна сустрэць прадукцыю, якая яшчэ 20 гадзі таму для нашага рэгіёна лічылася экзатычнай. Гомельский центральный рынок. Не глядяши на ранний час, места, которые отведены для приватного гандлю, уже занятые. На полицах уся без выключения продукция, что вырошивается на Гомельщине. Яблоки, бульба, цибуля, морква, помидоры. Особливый интерес у покупников выкликает гомельский виноград. Еще совсем недавно никто и подумать не мог, что его можно вырошивать на территории в области. Правда, каштуе он не совсем танно – 8 рублей за килограмм. Але аматоры культуры перекананы – это реальная цена. Дарэчы, подчас святкования Дня города у Гомеле пройдет виноградный фестиваль. В Гомеле достаточно людей, которые выращивают виноград. Вот 14 числа в скверике в Громыко будет выставка. Я думаю, основная масса виноградарей будет именно с Гомеля. Не из Бреста, не с Новополоцка, а именно с Гомеля. С наступного тыдня у Гомеле пачнуцца сельскагаспадарчыя кірмашы. Падчас их проведения цены на садавіну и гародніну звычайно снижаются. Хоть назвать их вельми уже великими, нельга и зараз. Цибуля и морква у среднем каля рубля за килограмм. Бульба 60 копеек, яблоки 2,50. Приватные продавцы кажут, что у гэтым годе был такой засушливый период, коли атрымать некоторые культуры уже нават и не разлишивали. Хоть урожай все ровно меньше за летошни. В этом году хуже урожай, чем в том году. Потому что был очень жаркий июнь, 3 недели. Мы думали, вообще картофеля не будет. Но потом дождики пошли, и наросла картошка. Ну, хорошая, довольно-таки неплохая вот она перед вами. Баклажанчики, перчик. Дарэчы, по словах реализаторов продукции с просядзібных участков, яны практически не карыстаюцца химичными препаратами. Нават бульбу копают выключно рыдлёўкай, каб не пошкодить. Урэшце, яны сами гэтую садавіну с гароднінай уживают. У покупников экологично чистая продукция завсёды карыстается повышенным попытом. Алексей Сюров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадо, компания «Гомель».